Ваши ограничили число человек, которые смогут участвовать в заседаниях и собраниях в закрытых помещениях, сообщает пресс-служба мэрии Южной столицы. По ее данным, накануне в мэрии состоялось очередное заседание по санитарно-эпидемиологической ситуации в городе Ош во главе с вице-мэром города Эмилем Шадыхановым. На повестке дня стоял вопрос о текущей эпидемиологической ситуации в городе и принятии необходимых решений и мер по предупреждению распространения коронавируса и пневмонии. Вице-мэр отметил, что подготовительная работа ведется усиленно и на постоянной основе. Ежедневно проводятся соответствующие рейдовые мероприятия в местах массового скопления людей, усиливается разъяснительная работа с населением. По его словам, согласно решению штаба, усилены дезинфекционные мероприятия в мечетях города перед пятничным намазом. Кроме того, теперь заполняемость общественного транспорта не должна превышать 50% от общего числа мест. В точках общепита также идет контроль за соблюдением соответствующих санитарных норм. Также штабом принято решение, согласно которому во всех мероприятиях в закрытых помещениях не должны принимать участие более 30 человек. Заседания на улицах этого ограничения не касаются. Кроме того, руководителям городских и муниципальных организаций и учреждений рекомендовано всех сотрудников, возраст которых превышает 65 лет, отправить на удаленную работу.